Мальчишки и девчонки увлеченно выводят узоры кистями на воде, чтобы цвета плавно перетекали из одного в другой. Маленькие художники старательно следят за движением красок, создавая свои, пускай не всегда умелые, но зато яркие аквашедевры. У Захара Богдашкина лучше всего получается рисовать цветы, которые он с радостью дарит маме. Цветочек рисую. А какой цветочек? Тюльпанчик, ромашку. А почему именно их выбрал? Тебе они нравятся? Нравится. Рисунки на воде готовы. Наступает самый ответственный и волшебный момент. С водной глади рисунок переносится на бумагу. Идею таких занятий педагоги и воспитатели дошкольного учреждения вынашивали давно. Проект так и назвали «Акваанимация». Воплотить его в жизнь удалось благодаря участию в межрегиональной целевой программе «Металлоинвеста. Здоровый ребенок». На средства гранта, полученного от компании, были приобретены специальные краски, кисти и бумага. Такая работа стимулирует речевую активность. Дети общаются между собой. Кроме того, они могут договориться о совместных действиях. Песок успокаивает, стимулирует нервные окончания рук. А еще на этих занятиях развивается воображение и образное мышление. 10-й детский сад имеет богатый опыт участия в программе «Металлоинвеста. Здоровый ребенок» и воплотил не одну интересную идею. Так его воспитанники уже несколько лет увлеченно создают замечательные композиции на песке. В этом году здесь гармонично объединили песочную и акваанимацию. У детей эти занятия одни из самых любимых. Понимаете, что вот этот песок, он вот такой. И здесь можно менять разные цвета. Ну, или уже сложат бабочки, домики там. Важно, что здоровый ребенок дает возможность реализовать проекты, которые помогают всестороннему развитию детей, заботясь не только об их физическом, но также интеллектуальном и психическом здоровье.